Администрация Химок продолжает работу по выявлению и сносу незаконных объектов торговли. На этот раз под ковшом бульдозера оказался ларек по продаже шаурмы и фастфуда. Отсутствие документов на постройку не мешало горе-бизнесменам вести здесь торговлю несколько лет. По решению арбитражного суда происходит снос незаконных построек на территории городского округа. Таких как Флорис в нашей истории больше не будет. Это незаконное строительство. Здесь был незаконно построен магазин, палатка шаурмы. Это как бы уродливающее лицо города. С начала года в городском округе уже снесли 8 незаконно построенных объектов. До конца 2019-го планируют демонтировать еще порядка 20 строений.